Хочешь, я подробно расскажу, как сделать такую красоту своими руками? Подписывайся, жми на сердечко и слушай внимательно. Для начала необходимо хорошенько размять полимерную глину. Да, пользоваться мы будем ей. Именно она хорошо держит форму после запекания и не является токсичной, но если ее не крыть, конечно. При помощи молда делаем такие вот капкейки. Их можно сделать и без всяких молдов. Если тебе интересно, пиши. Я подробно сделаю мастер-класс, как без всяких молдов сделать такую прелесть. Ну а для того, чтобы это было быстрее, я все-таки использую молды. Серединку также делаю при помощи молда. Немножко оттачиваю ее руками. И посмотри, какой капкейк получился. При помощи ножа разрезаю на две половинки. И уже можно формировать на кружку. При помощи резинового стека немножко придаю рельефность. Теперь время за ягодками. Будем делать черничку. Делается она очень просто. Сначала делаем разного диаметра шарики. При помощи стека с круглым наконечником делаем небольшое углубление в виде цветочка. Посмотри. Вытягиваем лепесточки из этого углубления. Вот такой вот разорванный шарик получился. Внутрь вставляю маленький-маленький шарик. Его плющим. А теперь при помощи ножа делаю небольшие насечки, чтобы можно было края немножко углубить. Звучит это странно, сложно, но на самом деле это делать все просто. А теперь, чтобы реалистичности добавить, при помощи акриловой белой краски делаем напыление. Теперь пионы. У меня будет пионовидная роза. Расскажу, как сделать ее. Глина должна быть очень мягкая, тогда лучше остается рельеф. На ладошке небольшие кусочки глины раскатываем в лепесток и при помощи все того же стека с шариком делаем небольшие надрезы с краю. Посмотри, вытягиваем, как бы делаем махровыми наши лепесточки будущей розы. Переворачиваем и в таком состоянии уже крепим. Итак, лепесток за лепестком. Это не быстро, особенно с непривычки, но это возможно сделать даже новичку. Так что не бойся. И вот готовый лепесток готов. И таким образом собираем наши цветочки. Ну и, конечно же, куда без листиков. Листики просто вытягиваю на пальцы и креплю на основание розочки. Теперь осталось всю эту красоту собрать воедино. Помимо обычной полимерной глины, я еще использую жидкую. Жидкая имитирует крем на капкейках. Сейчас ты увидишь, как это выглядит. А вот и тот самый крем. Посмотри, какие разводы получились при помощи жидкой пластики. А еще она является очень хорошим связующим звеном между глиной. Мы просто накладываем на жидкую глину наши ягодки, и они прекрасно склеятся во время запекания. А ты бы хотел получить такую кружку, скажем, на 8 марта? Я думаю, что да. Чай, кофе в такой кружке определенно будут вкусней. Подписывайся, ставь лайк, у меня много всего интересного. Пока!